предыдущем трагедии победил иранский борец, а сейчас на ковре А начинается встреча между Джавидом Хамзатовым, Беларусь, и олимпийским чемпионом из России Аланом Пугаевым. Андрей Андрусик, чемпион России 2013 года. На ковре А в красном трико Джавид Хамзатов, Республика Беларусь. Неоднократный участник чемпионата Европы. Пятое место на чемпионате мира среди юниоров. Синим трико Алан Пугаев, Россия. Северная Осетия, Алания. Паралимпийский зачет. Москва, НКФСО. 14 лет в борьбе, тренер Уруймана. Победитель Лондонской Олимпиады. Сейчас судьи на ковре просматривают еще раз видеоповтор ситуации и вынесут окончательное решение. Russia.
приглашаются Халиди Абдельбахи, Египет, Реза Халял, Турция. Merci. Are requested Hamdi Abdelwahab, Egypt, Reza Kayal, Turkey. Таким образом, Виктор Силбанов выходит в финал весовой категории до 55 килограммов. Мэтт Виннерис Виктор Силбанов, Молдова. На ковре Б вторая полуфинальная встреча весовой категории до 55 килограммов. В красном трико Иван Татаринов, Россия. В синем трико Элданис Азизи, Азербайджан. А на ковре А также финальная встреча. 84 килограмма после первого периода. 5-0. Алан Худай. Во втором полуфинале будут встречаться Максим Манукян, Армения, и Жан Беленюк, Украина. На ковре в красном трико Иван Татаринов, Россия, город Новосибирск. Иван Татаринов, обладатель Кубка Европейской Федерации 2011 года, двукратный бронзовый призер Первенства Европы среди юниоров. Его соперник в синем трико Элданис Азизи, Азербайджан. Победитель Первенства мира 2012 года среди юниоров. На ковре С красный трико Халиди Абдельбахи, Египет, синий трико Реза Халял, Турция. А на ковре А с явным преимуществом победил олимпийский чемпион Алан Худаев.